Так, приветствую всех, ребята, поклонников ДЭС, Шульдимира, Царство Небесное. Смотрите, сегодня на обзоре вот такой компактик у меня с бонусами двойной. Есть такая вот наклеечка, да? Пытался определить на Дискогсе, что за издание. Здесь указано у нас Roadrunner 7165. Там их много, этих изданий. С такой именно наклеечкой я не нашел. То есть есть наклеечка, но она идет серая вся, а здесь именно красным выделено. Почему-то именно все именно серым. Сзади я не вижу ничего, но тут упаковочка потертая. То есть возможно, что да, долго лежал где-то у кого-то. Диск полностью запечатан. Сейчас будем вскрывать, смотреть, что у нас внутри, что покажет матрица. Аккуратненько ножичком вскрою, вам покажу. Так, вскрыл аккуратненько пленочку, чтобы ее оставить. То есть сбоку вытянул компакт. Смотрим, что нам вскрытие показывает. Теперь смотрим. Здесь у нас также ничего не видно. Нету никаких у нас опознавательных моментов. На самом компакте вскрываем. Компактик матовый. Матовый у матовый. Буклетик. Буклетик такой у нас глянцевый. Гладенький. Лирика, картинки. Все эти моменты. Пахнет этой свеженькой полиграфией. Как бы свеженькой. Скрытая. Бляха. Муха разломана. Блять, крепление внутри. Пиздец. Извините, писец. Это капец. Так, что нам показывает матрица? Арветто, Roadrunner, EFP, LP76, Roadrunner, 7165, CD1, циферки 701, 41, ля-ля-ля. Здесь у нас EFP, сейчас, EFP 1020. На самом компакте, блин, вот это вот момент, этот разломанный капец. Жалко, так, плюс искать вставку внутреннюю. Так, бам-бам-бам, никаких больше у нас ничего, видим, да? Надпись, больше ничего. Ничего нету. Обратная сторона. Тоже, короче, разломанный. Ах ты ж, твою мать. Вообще нафиг разломано все, блин. Капец. Потрепала судьба его. Здесь просто, видите, у нас CD2. Все. Ну и матрица. То же самое. Сейчас смотрим по ходу. EFP 1020. Roadrunner. EFP LP74, Roadrunner, CD2, 704, Arvato. Ну и тут циферки видим. Все, больше ничего. Картинка внутри, остатки, это все. Ничего не написано. Вот переиздание, что там, шмут там, весь момент, короче, получается у нас в этом. Матрица надо выяснять. Ну и вот этот вот момент неприятный очень. Ладно, что ж делать, будем искать тогда теперь такую вставку. Осталась одна, один пыптик. Ну короче, ребята, кто может знает об этом издании что-то, то пишите, пожалуйста, там, чтобы разобраться.
Всем спасибо, всем пока.